Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Гриша, мой никнейм Лак. Мы начинаем сегодняшний день Хунтур 3 CIS Cycle 3, где встречаются два наших гранда. Это Кам и Кэтс. Как вы видите, по голосованию за команду Кам отдали свои голоса 10% наших зрителей, за команду Кэтс 90%. Как вы видите, уже начались пики и второй пик за командой Кэтс. Хочу представить сразу команда Легиона. Это команда Кам. Психо Герл, Психо Файр, Сильвер Сансет, Эмпас и Майпис Дак. Команда Кэтс. FF, Артмейстер, Шула, Квай и Продам Гараж, он же Генка Гисху. Сразу, чтобы у вас у всех не возникали вопросы, я скажу, что Психо Герл — это The Joker, кэрри команда Кам. А Психо Файр — это Моржик, капитан команды Кам. Такс. Ну а ко мне сейчас присоединятся два замечательных человека. Игроки команды GK — это Нор, он же Рафаэль, и Илюха, он же Иса. Привет, мужики, как ваши дела? Приветствую. Ну что, готовы на этот махач посмотреть? Да, интересно очень. Да-да-да, я сам подозреваю, что будет намного интереснее. Ну хотя, если учесть, то, что с тобой у нас все игры по 15 минут проходят. Не, тут другой момент нужно учесть, что идет стрим уже? Да. То есть включено, да? Все включено. Мы в эфире. Ну ладно, тогда все. Тогда никаких вопросов. Просто к вам мы уже прошли. А котам нужно рвать пятую точку. Потом в этой игре не себе, а оппонентам. Да, есть такое. Я сейчас как раз попытаюсь открыть табличку. Посмотреть, что там у нас на групповом этапе. 12. Еще раз. Ну, короче, 5 команд на 4 места. Очень плотно. Воу-воу-воу. И получается, вам завтра надо также выигрывать команду Санс. Ну, у нас не обязательно, своя там схема. Смотря как. Нам повезло, у нас матч самый последний, и уже мы точно будем знать, нам надо выигрывать или не надо выигрывать. И будет видно, то бишь, либо мы будем потеть, либо у нас будет Брэмбл, там, я не знаю, Кинезис в дабл миде. Либо Армадон Дева. Армадон Дева — это мечта вообще. Посмотрим, как сейчас все сложится. Еще раз уточним на всякий случай, как будет подсчет вестись. В случае спорных моментов, когда три команды между собой по-разному отыгравшие на два места, есть и такая ситуация. Ну, как, допустим, в Silver дивизионе я видел, то что... По времени, да? Нет, там просто ставят дополнительные этапы, команды между собой играют. Слишком долго. Ну, это получается, по три игры каждый должен сыграть. Да, это слишком долго. Слишком долго, и потом опять этот фактор BO1, это, ну, немного... Подбешивает. Да, несправедливая тема, вот, что очень много зависит от ролла и так далее. BO1 все-таки был. На рандоме тоже можно вытянуть. Конечно. Может, у кому-то больше повезти, да? С руной этот хосты, кому-то с руной ДД, и понеслось, поехало. Абсолютно точно. Так, ну, баны закончились. Первый бан у нас Дампир, Ктулху, The Madman, Swiftblade. Вторые баны — Магмус, Доктор и Пульсар, Флакс, Силуэт, Паппет Мастер и Бушвак. По ходу дела, коты оценили игру на кэрри у Джукера. Такие как Силуэт, Бушвак, ДР. Не, молодец. Да. Никита отыгрывает отлично на самом деле. А Никита — это кто? Это Джукер. А, так его еще и Никитой зовут, отлично. Ты все собираешь информацию? Да, навожу справки. По крупицам. Не, ну я не думаю, что... Конечно, возможно, что Ревенант с саппортом пойдет к Призонеру, но маловероятно. Может, Камы сейчас попробуют нас удивить? Возможно. Что-то интересное поставят. Потому что вон уточка показывает НХ. Но я не думаю, что здесь будет такой трэш-гейм.
Да не, сейчас будет последним пиком торт. Ну да, что-нибудь в таком духе. Да, торт, эмпат. Далее. Вот я вижу у камов, можно сказать, более привычный пик для них. Это ревенант, паразит для маржа, призионер как сильный, мидер и кракен для майпиздака. И остался еще хороший саппорт для эмпаса. Ну, вот как раз его любимый торт. Что там еще у нас осталось крутого? Вот сейчас коты, конечно, взяли такого очень спорного, опять же, героя. Ну, я подозреваю, что это будет соло мид Bubbles. Да, уже свапнулись. Это Артур соло мид Bubbles, скорее всего. Может быть, они, конечно, пытаются так показать, потом свапнут. И трипла в харкдум? Не, причем дабла. Дабла, то есть в последнее время... Ну, последняя игра Гены на Гласиусе. С Кракеном на харде. Это там, где Гена с Мидасом был, да? Да. Да, я помню эту папа-боль. На своей шкуре ощутил. А, ну да, ты же тоже играл. Да, ну да. Вот, как я и говорил, собственно, ревенант фармил и будет. А, подождите, что-то они так... Да не, сейчас насвапаются назад. Сейчас всем героев подгонят. Не, ну, ревенант будет фармить почти на 100%, я уверен. А почти. Вот я почему-то сейчас так думаю, что... Призионер пойдет в изи с инженером. А ревенант пойдет мид. Может. Может. Ну вот сейчас ребята из камов что-то мутят, перемучивают. Soul Stealer для FF. А нет, все. Нет, всем. Ревенант идет фармить, все как положено. Посмотрим. С этим, с инженером. Кракен суицид. Ну да, тут реально надо смотреть, потому что у кэтсов можно поставить Soul Stealer, Bubbles'а на соло мид. Bubbles уже точно соло мид, на нем Артур. Да, и там такой момент, что Боря Квай на Гласиусе, то есть это будет изи лайн, а Ралли и Рапсодия пойдут в харду. Почти наверняка. На Ралли и Рапсодия так там дамага много. Есть в этом логика, потому что лесника показали, ребята. Если они хорошо паразита отблочат, то ревенанту тяжко будет, а при смещении инженера на изи лайн к ревенанту, ну сами понимаете, это не очень лайн. Ну, на мой взгляд, вообще ревенант хорош на любом лайне. Смотрите, Морж настолько сильно его люблю. Взял быстрый вард, бежит. Подозревают, но сомневаются, похоже. Какой лайнап будет? Да, есть такое. Чем мне сейчас очень нравится игра Генчика, потому что он бежит и ставит за Хеллборн прямо фаст вард, который очень тяжело спалить, и непонятно вообще, куда он его поставит. Ну вот сейчас действительно Саня Морж принимает отличное решение, ставит этот вард, и они видят теперь, что происходит. И мне не кажется... Не до конца, но видят, да. Да, они видят то, что два пацана сюда зашли. И мне кажется, сейчас будут смещаться. Да, инженер как раз призионером пошли на изи. Ревенант. Вот это ошибка, вот которую я всегда вот и сам так не делаю и так далее. И нам запрещают ходить, ну, высовываться, палиться до этого. Типа варды поставим уже на лайн. Да, чтобы времени на свап не было. Потому что если уже лайн пошел и на лайне это выясняется, этот свап, то достаточно сильно просаживаются противники. Да, то время свапа очень сильно просаживает. Именно поэтому. Да, есть такое. У нас неплохой тандем, но начинает, я за него договариваю. Да, отлично получается. Но вот все, что я всегда говорю, то что вот этот вард от Генчика очень многое палит. Мы когда вот в свагах я играл, когда это было вчера, позавчера. Какой, который сейчас Квай поставил? Нет. Когда Генчик бежит и ставит фаст вард на мид. За кого? Ну, когда он играл за Хеллборн или за Легион, он бежит и ставит вард. И постоянно была действительно вот эта ошибка, то что кто-то прибегает на мид, там, потусуется на мидлайне, кто-то там прибежит с других лайнов, повысовывается. Ну, то есть, да, палятся. Это который ты очень грамотно снял, ты этот вард имеешь в виду? Может быть. Ты же, по-моему, снял. Вот на миду перед подъемом в лес к Хеллборну. К Хеллборну?
Может быть. Я уже просто не припоминаю. У меня очень удачные выходные были. Неужели? Да. Расскажешь подробности? Ну, нет. Я считаю, что лучше скрыть эту информацию. Понятно. Да, но. Ну, я и был в субботу на концерте Armin Only, после чего у меня все конечности болели. Вытряс всю дурь. Ну и отлично мы провели наши посиделки в пятницу. Великолепные. Да, великолепные посиделки. по процессам дегустации. Дегустации всего. Изысканных блюд, ага. Так вот. Да, давайте об игре. Вот вернемся эта к вот игре. пауза неудачная, когда уже три варда стоят. Ну тут у Моржика какие-то проблемы. Ну да. Так, давайте вот обсудим эту ситуацию. Думали ли коты, что здесь будет стоять на изи соло ревенант? Если думали, то почему они поставили вард на этот кемп? Почему Генка принял Вард такое на решение? пул. Да-да-да. Ну, Честно потому что мне говоря, кажется, что он знает, что Морж в любом случае будет снимать с пула. Там без разницы, сколько вардов он просадит, но он снимет с пула. Поэтому, мне зачем? кажется, нарушил просто на вот эту вот А, имеешь в точку. виду с большого спула? Да-да-да, с большого кемпа, а не с пула. Ну, сколько бы он ни просадил, это тоже как бы минута, две, нет крипов, это уже польза. Я не знаю, почему Ген это сделал. Это единственное объясняется тем, чтобы, ну, Ревенант увидит лайн, он не сможет стоять против этого лайна, пойдет просто на стак, и будет пулить. То есть, как это часто делает FF, когда против соло FF там трипла приходит или еще что-то, просто уходит в лес. Вот. Собственно, этот момент. Но вот этим вот мувом Гена дал им возможность свапнуться без потери времени, без ничего. Ну и мы понимаем, Ревенант на миду просто сейчас будет очень-очень много проблем доставлять Баблзу вместе с паразитом. Да, у нас тут хорошие, получается, файты. Это Джукер против Артмейстера и Шула с Гесху против Казандар и Импас. Ну, в обоих случаях ставлю на камп. Даже пики получше. Герои посильнее. Типа Да. того. Он вообще такой очень классный пик. Вот посмотри, что Ревенант с Баблзом делает. Уже два раза мисс был, но несмотря на эти два мисса от Ревенанта. 50%, да даже больше 60% Да, хп слетели. красной нету. Теперь деревья у них равны. Нет. Ну, будут равны скоро. Какой же классный, несбалансированный герой, Ревенант. Обожаю его. А Генка все-таки додумался, что здесь где-то вардецкий стоит. Кто же? А, Моржик. Не, Потерял вижен. Морж молодец, хорошо снял. Нет, он не успел его снять до того, как Генка разбомбил Да, его это этот. не так уж и Да, страшно, на самом для деле. захода. Главное, что есть большой кемп, и главное, что они будут напряжение держать. Но как-то так получилось, что Призанер с инженером уже запушили. Постоянно двигают лайн. Ребята Не, они из прям КС. конкретно запушили. Ты посмотри, там крипов 7 вышло. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут три лучника. Что-то да. Так, посмотрим по крип. Ну, может быть, там как-то не сошлись мобы, но бывает. Ну, я видел недавно то, что очень часто, если агрить крипов, там два лучника накапливается. Но насчет трех что-то я сомневаюсь. Реально много. А у Каркакина там вообще он тоже никаких проблем особенных не испытывает. Стоит, фармит, левел, ловит. Чем там бархан занимается? Как чем? Паками? Конечно. Да, стакает. Сейчас скоро будет пулить, вот как раз он делает отвод. Ну, FF начинает уже прогревать Кракена своими кайлами. Вообще-то правильная стратегия, потому что Гласиус и этот Soulstealer в начале, ну им, они могут погонять этого Кракена, но в любом случае лайн будет пропушен, ну и это того не стоит. Лучше вот Но его вот так вот на третьем оставить и все, пускай он что будет. в меду творится? Ревенант просто в наглую встает между мобами и Баблсом. Долбит Да. мобов. И Вот Баблс. за счет отсутствия экспы сейчас Баблс и на один левел проигрывает, но это ненадолго. Артур попытается набомжевать свой левел.
что-то попробовать сделать с этим Джукером. Так, Джукер везет ботл, в нем же чились моржа. Появился скелет на большом кемпе, зря морж туда пошел, не чекнул сначала. Что смогли на боте убить. Ну а кто же ботл себе везет? Не сильно он сел. Ну так-то посмотри по крипам они, можно сказать. Ну равны. Артур был запущен. Ну, да. Как бы. Легка. Ой-ой-ой, а тут Кракен у нас тем временем хороводит крипов туда-сюда. Так, 4-й левел Кракен. В принципе, неплохо все. Дака, так, первый хук. Попал в шулу. Ну да, там Саша сам подбежал на этот хук. Так. Ну так, немножко. Сейчас надо въезжать. Ай, там крипы, да. Не надо. Да, там нормально бы так подставились, ребята. Так, ошибается Ревенант, не видит руну. А у кого руна? Да, она сейчас появится. Она сейчас только появится. Да, это мог. А, я просто думал то, что Джукер пошел за рефрешкой, а оказывается там. Ну, Артур, конечно, сейчас на миду безысходности. Потому что на боте контр-хит ему паразит, на топе контр-хит Ревенант. Ботл у самого пустой. Ну, такая жесть, просто столько дамаги. Вот посмотри, он даже еще этот дал, тейк-кавер. Пол хп ему сберет. Ну, если бы тейк-кавер не дал, там вторая тычка бы ему еще нормально так связала бы. Вот, и все, Артур, иди домой уже. Да, не испытывай седу. Морж подходит на ганг вниз. Да-да-да, они не видят. Видят, и... Это будет килл. Должны попытаться убить Ралли. Так, Кега миссует. Миссует Кегой. Пукнет Рапсо. Пукнет без вариантов. Ох уж этот Пашкевич! Отличная турелька. Это Бладласт. Ой-ой-ой, и Баблз умер. Воу-воу-воу. А ты, дружок, как подставиться-то умудрился? Он уже был, когда умер, между Т1 и Т2. Догорел. В общем, да. Сгорел. Там просто было реально у Артура 30% хп. Как он... Ну, Ковенант 6 левел получил, дал одну тычку в него, которую тут не задоджил. И сверху и получил второй спел, все. Этого достаточно. Ультак разгоняет очень сильно. Так, а у него еще не было прокачано ульта к тому времени. Я ее не видел. Да? Да. Он успел вкачать, он вкачал как раз и повесил второй спел. Получив моба. Все возможно. Так, въезжает у нас призионера. Ну, там Кега. Ничего не будет. Ой-ой-ой, отталкивает. Стилактически. Так-то нормально сейчас шулу прогревают. Сейчас, мне кажется, могут и... Ну так хукай! Отличный хук! Ой! Шула уехал. Биг хук, честно. Что творит? Что творят эти камы? Просто 3-0. А в этот раз морж не зачекал бот руну, и сейчас это, как назло, будет реген. Смотрите. Нет, иллюзия. Не, это моя любимая охота. Не только вот твоя. Мне, кстати, нравится, как утка Кракеном. Вот он постоянно Кракеном играет. Я больше не помню, кем он играл. Вот сколько помню, Кракеном играет вот за Квамов. И каждый раз это ботинок, и он как-то у него получается реализовать этот ботинок. То он просто носится туда-сюда. Его Гласиус пытается как-то выцепить. Не знаю, вот что сейчас делает Борька там. А, они уже разобрали кемп. Для пула. Ну они, не, все, они уже пушат. Так, тут въезжает у нас вартмейстер, это будет килл. Нет? Должен догореть. Да будет догореть. Должен, да. Догорел, да. Там без вариантов. Там слишком дофига дамаги. Первый раз хуком промахнулся Казандар. Мы ему это простим. Гена наконец-то поставил вард от ганка. И очень хорошо, что он это сделал, потому что тут Кэтман. Ну как бы лайн тоже далековато. Подохучно выходить. Сашки на Сашку. Сашки выходить на Сашку. Опа. Ну что, ты походу сглазил. Хотел дабл сделать. Могут ревенанта забрать. Так, инвиз. Такой Артур странный мув сделал какой-то и промахнулся сверху. Ай, лол, ревенант. Выживает, ё-моё. Странный мув от Артура. Он почему-то шаг назад сделал после очередной тычки. По-моему, надо было вот поставил ульту и все, и бахнул. Да. А тем временем у нас прогрели Рапсодию. Еще на топе. Там 100% опять был биг хук. Ну, ничего страшного. FF пока почти 500 ГПМ уже. Давай смотреть. FF 500 ГПМ. Первый айтем там. Считают еще 2-3. Ну, он один
Как всегда, одному сложно что-то сделать. Ну ты понимаешь, что это 8-я минута? Да. Ну почему? Один соулстиллер очень многое может сделать. Это привет Спидману. Да, действительно. Например, не нажать БКБ? Привет Спидману. Ну, бывают такие моменты, но когда он выбегает 600 ГПМ и одной ультой убивает пол команды, это тоже норм. Тем более, тут-то ситуация в том, что Квамовский, так сказать, керри, что ли, ближе ко всему этому, стоит на миду. То есть это, ну, 350 максимум. Ну, только 314 в данный момент. Да, вот в данный момент 314, потому что его прогнали чуть-чуть. 350, и он, ну, легче будет ганкаться. Ну, сейчас Джукер ПТ-ху свою получит. И будет, я думаю, все норм. А тут у нас также прячется в лесу Гласиус. Может быть, получится убить Ревенанта. Поддефливает, потому что, да. Ревенанту, чтобы убить Бабблза, надо чуть-чуть доивануть. У Квамов еще, конечно, столько героев себя вообще никак не проявило. Кстати, а как вы... рассматриваете прокачку Гласиуса вот так же через Тандробласт? Да. Я просто недавно видел, не помню, не кто играл. Не через Тандробласт, а через пассивку ты имеешь в виду? Не, ну да. После пассивки, какой спел первый же качается. Я просто недавно видел команду, у которой Гласиус максил второй скилл. Ну, там... я когда Гласиусом играю так же. Второй скилл? Нашел второй спел. Ну я такой саппорт, знаешь, что это... Чисто скэри саппорт. Просто да что не, попало, ну это да? Так, это кем так, бы не играл, сохранить ему. Некоторые моменты, если там был бы репульсер, то, конечно, ну, понятно, что это второй скилл. Там как бы полторы секунды всего лишь от прокачки меняется, но это полторы секунды. Как ни крути. То есть это имеет значение. Смотря по против кого... Классился, второй спелл должен быть на два, потому это must have. Какая разница, полторы или две? А вот... чувствуется, понимаешь, чувствуется. Замечи, эти полторы секунды. Это взгляд хардлайнера на эту ситуацию. Ну, знаешь, когда меня Гласиус морозит на секунду, это как бы, ну, забей, а вот когда... На секунду полторы... он не может, на полторы он может. На полторы обидно. А, ну, вот, а... на втором левеле в прокачке 2 секунды. Знаешь, 2 секунды этого... Это не полторы, мы поняли. Стоишь и думаешь, блин, за что такое, почему он не качает ауру, как любой нормальный Гласиус? Не, ауру, не, я считаю, что Гласиус аура это просто имба. Как только я прочитал вот это, вот, что в патче поменяли, я просто, я не знаю, я обалдел, честно. Потому что настолько сильную вещь добавить. Имба, ну, это аганим на Чена в доте, вот это имба. А что она там дает? А он дает то, что ты можешь подчинять эншентов. Серьезно? А, да, точно, мне кто-то рассказывал. Да, новый патч вышел. Да. Там вообще очень много перка делали. Что за наркоты? И очень многие люди, насколько я... Ну, вот часто играю из компьютерного клуба, и много фанатов Доты, которые там играли, много в нее, просто потихоньку уходит из нее. Куда? В Хон? Или в Лол? Нет, в Лол. Ожидаем. Крепя зубами, уходит в Лол. К сожалению, да. Потому что они не знают, что есть Хон. Ну ничего, да? Они узнают и придут к нам. Никто не знает. Я думаю, в скором времени узнают. Так, а тем не менее, тем временем Морф вернулся. У нас игра-то продолжилась. Халилуя. У него, кстати, у Морфа 2К на руках. Ну это его стандартная побегушка. Красный ботинок сейчас и выход. Тем временем Ревенант позвал. А тут трое. Куда делся? Гласиус в инвизи. Ну-ка. А тут три пацана. А тут смотри-ка, прямо синий глаз. Засаду сделал. Вы видите это? Да. Так, морозит засада. Ревенанта. Охрана. Нормально. Не-не-не. Он уходил уже, все ровно. Все, убивают. Кстати, повесил. Ай-яй-яй. Ну и сколбы что-то. Ну что, засада засадила? Да, в общем-то, молодцы. Было больно, и все получилось. Зря разбежались, могли прокушать через танцпол. А вот так пошли дальше, пошел. Отошел тут только Гласиус, ему надо стакать. Да, Гена пошел стакать. Ну, с другой стороны, да, что он там с вами Тундробласт на 80 делает. А, не Гена, а Коля. Я думаю, после того этого ганга Джукер явно будет недоволен. Его уже там пару раз Гласиус пытался загангать. Котам на самом деле нужно убить еще парочку раз Джукера, и все, и там скайп развалит.
кого-то будет бомбить очень сильно. Да? На ГПМ чарте мы видим то, что FF 540 уже держит, и его стаки от Гласиуса вообще заходят. Просто изумительно. Ну, это очевидная ситуация. Его не должно бомбить. Это как та игра, когда... Неля, ты помнишь, ты Мэдменом на миду ставил? Смотрите. Кракен фармит топ. Никого рядом с ним нету. Призонер фармит бот. Стоит лайн-вард, который видит за тауэром тоже чуть-чуть. Вокруг тауэра. То есть и ТП увидит, и все. Соответственно, ну где коты? Понятно. Лес, мид. Соответственно, надо опасаться на миду стоять. Ну вот, Ревенант и фармит лес теперь. Поставили вард, который сразу был спален. Ну, к Ревенанту тоже лес нельзя фармить, потому что там сидит морг. Ну а что делать? Что-то же надо делать. Сидит большой, толстый, усатый морг, и все. И не выгонит. Смотри, я только хотел сказать, Гена зафейлил на миллиметр буквально. Но он второй антивард. Гена не знает фейла. Вот этот вард, который он первый поставил, странный. Ну, не мне учить. Гену. Опа, смотри, что на боте происходит. Им сняли вард с лайна. А, окей. Это пуш, я понял. А пенсионер просто на мид переехал. Все правильно. Ну да, и моржик сейчас в катапульте у нас воюет с тавером. Но они быстрее сейчас заберут. Так, кто-то у нас делает ТП. Кто это? Ну это не СС, это... Генка? Смелая ТП. Да, я... Дерзкая очень. Я ТП увидел, сразу же на СС переключился, думаю, неужели? Вот аналогичная ситуация, я думал, тоже FF. Куда ты пошел? Чья будет руна? Чья будет руна, смотрю. А, ну, бабл забрал. Ну так нечестно. Поноси с собой гирьку. Да. Ну это. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, эти хуки. Так, Гласиус тем временем на стрейдерах. Инженеру бы. А, инженер уже 7-й левел. Так. Какая-то печаль, беда у нас тут со скайпом. Скайп. Вы меня слышите? Алло. Да. Что-то у меня интернет зашалил. На секунду. Да, я тоже это почувствовал. Я думал сначала, что у меня. Не, видать, птица в антенну ретрансляторов попала. Все, возможно. К 600 ГПМ приближается у нас мистер FF. Но 3К голды за командой КАМ. Ну, это за счет листника, проигранного бота от котов. Чё-то я немножко не понимаю сейчас Джукера. О, неудачный компел. Промахнулся Шила. Так, минус один вард. Моржик у нас ревардит. А, кстати, ты. Немножко не понимаю сейчас Джукера. Вроде бы можно было бы пойти с Кракеном загангать СС-а. Это же, в принципе, возможно. Вообще-то нужно так делать. Ну, уже очень сложно. На нем уже линка, еще чуть-чуть будет инвиз. Ну, не-не, ты не скажи, почему. Во-первых, Кракен с ультовой, со всеми делами. 9-го левела, стимы. Во-вторых, как бы там всего лишь линка. Ничего такого. Всего лишь 1100 хп. Только, да, в принципе, сбивается любым полом у них. Ну да. Плюс там... Не, а потом им не надо ничего сбивать там. Только Кракена первого не проходит, и все. Ревенант тоже, ему не обязательно вторую же накинуть на цепь. Он может и на Кракена накинуть ее. Там плюс дополнительное время тычек будет вот от кракеновской этой. Второго скилла, когда он привезет в деревья. Да, действительно. Ну что-то не хотят они идти. Ну, немного Ревенант ориентирован на немного другое. То есть он хочет фармить. Ну, это неправильно. Ковенант герой, который ориентирован, на мой взгляд, убивать. Второй пазлбокс, ну, да. На марже. А фармить можно уже потом, когда у тебя левел, ну, прилично, когда ты ульту на трех разов качал, тогда ты можешь фармить вообще с большим кайфом. Смотри, как Казандер классно делает. Он видит, что в других лайнах никого нету. Спокойно. Ой, убивают. Брали? Убили?
Морж сделал свое грязное дело. Подкрался в инвизи Морж. Уничтожил. Я вот Казандара хотел. Он понимает, что на миде может быть сейчас вероятность того, что много народу. Он просто каждую пачку крипов выхукивает. Выхукивает к себе и фармит их. И дает повода. Да, 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 просто вот смотри. Опа, и, баб... и попутно баблса выхукивает. Да, случайно. Случайно. Артур не успел тейкавер прожать. А, я не понимаю, чего Артур не поставит тейкавер на автомат. Инвиз куплен уже. Пока что баках работает это. 15 минута, 14 СС. Эншент и дабл, сейчас трипл сделает. Боря. Казандар по-прежнему у нас катает крипов. На хуках? Да. Спокойно себя чувствует. БКБ купит. БКБ есть. Тоже хорошо. С БКБ СС контрить полегче. Ну что там, мы их замыли вагон. Инженера бахнули. Так-то да, инженера убивают. Берет хосту, умирает Джокер. Не прожав хосту. А все, ФФ купил свои итемы. Он сейчас будет с командой ходить. Да, но Кракен тоже свой ПК, можно сказать, купил. Ну это, конечно... Вторая отдача была, по-моему, лишняя. Ну, мне кажется, там Джокер запаниковал, увидел за спиной ФФа. И все, и мысли покинули его. Ну, думаешь, все, их хоста не спасет. Или он... Не, не прожал. Думал, может, перед смертью успел заюзать. Так, а тем временем... Кэтсы постепенно отыгрывают свою голду. Которая вся сидит в марже. Марже еще и экспа тоже подсижена. Ну, экспу, кстати, почти похуй. Что там, 600 это экспы? Так, за Кракеном, СС в инвизе. А Кракен-то знает, успевает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, пока. Умрешь, умрешь, СС, умрешь. Умрешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да фонтанет. Фонтоваться не надо было. Ну, не знаю, на что рассчитывал FF на самом деле. Я тоже... Почти что уверен, что стимы были на ловкость. Почти не сомневаюсь. Да, ловкость. А как ты это увидел? Ну я этот труп СС-а включил, и там Steam Boots ловкость написано. Да, у меня не написано. Да, плюс 10 единиц ловкость. Они... А, да, действительно. Они... Да, ловкость. Нельзя такие вещи делать. Он не 16 уровень, но он явно не догоняет. У него секунда до окончания этого инвиза. Он явно не успеет утонуть и около деревьев стоит и убьет. Молодец, утка не растерялся. Все красиво, все правильно. Да, утка красавчик. Не испугался. У бабы тоже пока, кстати. Так, ревенант. Путешествие. Злой ревенант бегает по чужому лесу. Путешествие. Через лесные миры. Это раньше надо было делать. Ну да. А так сейчас он сидит с пустым затахом. И... Чё он не так, что пустым 300 имеет. Ну, у него должна быть толкалка уже на этой ноте. Третьи пазлы у Маржа. Без ботинка, правда. У самого огненного фаната психа. А что ты скажешь насчет синего? Психогёрл. Ну это... Самого сексуального фаната? Нет, это ярый фанат. Девушки психа. Ярый. Я думаю, он готов подставить. Ой, там. Очень любит психа, в общем, что готов с ним достаточно близко дружить, если такой ник готов. А, ну кстати, да, можно реально подумать. Джокер намеки ставит. Посмотрите, что делает Гена. А Гена, не имея вижения ни одного из легиона, идет и пушит просто. So. Спрятался за деревья, типа. Ну вот танцпол, я думаю, никто не увидел. Из крамов. Джокер подфармливает немножко. По ГПМ. Весь ГПМ у команды Cats держит FF. Почти 600. Ну, Джокер сейчас в любом случае будет покупать иллюзии. Чтобы хоть как-то дамажить. Так, смотри, мистер ФФ бежит в инвизи, сейчас должен... Сейчас, как, смотри, что с Джокером будет сейчас. Привет! Бам! Кабум! Кабум. Можно сказать, и не успел испугаться даже.
Что же у нас следующим купит Казандар? Да, это вопрос дня. Ну, это будет... Выход на Даймоника. Это будет пикей? Не, это надо пикей. Явно надо пикей. Чтобы из инвиза где-нибудь антивард поставить, зацепить СС-а, ультой и всеми делами. Чтобы морж сверху налетел. Ну, это было бы логично. Потому что хуком-то... Ну, так-то ПК у них есть, у этого, у Кахракена? Ну... Достаточно? Думаю, нет. Есть ПК на ралли, есть ПК на бабблсе. О, это возвратка, мы не угадали вообще. Ой, это класс. Он... Нет, он продал. Но это классная идея. Реально, очень хорошая идея. Он нас пытался затрилить. Сейчас вот на этой стадии игры обсуждали обратка там, очень решает. Там утка в соло просто бабблс располосовал. Ну да, ничего не пожалел. Не, против утки надо забанить Кракена. Надо запомнить это. Утка сильный Кракен. Так, морж даже не жалеет пазл боксов. СС. Ради чего? 606. А. Ну, против Квамов достаточно много чего банить. От пульсаха того же. Паразита. Или бы паразита. Я бы не сказал. Так, 3к голды сейчас на ФФе. Шранкин почти закончен. Это фейл готов был, что паразит сумел реализоваться. Нельзя было показываться так рано. Даблстак забирает. Ну вот за счет этого они могут выиграть к вам, конечно. За счет того, что они более мобильные. Так, ФФа. Спалят ФФа сейчас? Конечно. ФФ уже... А, ФФа должны уничтожать. ФФ уже труп. Пока, братиш. Ну они ждали прямо. Ой, как ждали. То есть это уже 2-2-0. Так ты он смотри. Он имеет 600 ГПМ, но это 2-2-0. Он для команды никакой пользы не принес. Так ты смотри, ребята прошлись по реварду Генки. Неужели не заметили? Ну счет в целом-то 9-4, поэтому там... Он внес 50% киллов своей команды. Этого мало. Совершил. Ну, вложили как почти во всех остальных. Посмотри на ГПМ. Ну тогда сейчас. Ахтур для победы сделал тоже очень много. 0-3-1. Так, сразу небольшая реклама. После данной игры Gold Division на Garena.ru 2 начнется игра GMG против команды Race. Если вы болеете за психа, милости просим. Вы будете болеть за GMG, да? Нет. Все будут топить за... А это где? Это Silver? Да, все будут топить за Валю. А что это? Финал или что? Сейчас мы глянем. Я думал, какой-нибудь групповой этап, там выход... Не-не-не, это финальный этап, по идее. Групповой этап... Ну, по идее, такие команды встретились, это должен быть, ну... Стоп, а где бичи? Это финальный этап, основная сетка. Да, действительно, где бичи? Где бичи? Бичи в проигравшей сетке. Они отлетели от GMG. Как такое может быть? Нет. Не может такого быть. Какая-то фигня. Как так? Как бичи вылетели? Они вообще. Пока только в сетку лузеров слетели. Они для GMG проиграли. Все равно Казандар что-то должен купить. Что-то да должен. Кстати, он вообще юзал шранку? 10 секунд. По-моему, нет. Так. Мне кажется, после смерти ФФ агентчик сейчас пойдет в разварды. Да, ломать весь вижен камом. Ну, соответственно, смотрите, сейчас Никита снял одним антивардом антивард. Никита это чек... эмпат, если что. Да, эмпат имеется в виду. Снял вот прямо в середине, да, вот заход, где вот, я не знаю что, типа Эйфелевой башни, что-то такое маленькое стоит. Снял на ХГ в лесу. И они должны там остаться. Они должны остаться, дождаться, когда СС опять придет души восполнять. Или пойдет на топ, потому что там все ТВР стоят. И опять его убить. Мне кажется, это слишком очевидно. То, что они, да, они поснимали варды и сейчас будут тусоваться во вражеском лесу. Кажется, а им это... они как бы ничем не рискуют. То есть, ну, умрет инженер, но ничего страшного, если заберут СС. Ревенант инвиз им обоим дает.
Они подходят, смотрят, что там происходит, подходы видят, убивают ФФ и моментальный телепорт, потому что рядом вышек много. Ну а ты посмотри, там Казандар вообще не палится. Типа, за мной никого нет, я просто стою и фармлю крипов без своих крипов. А Казандар же может, у него же есть такая тема. Ты же помнишь, мы с тобой даже смотрели, я говорил, посмотри, где Казандар фармит. Там из серии они проигрывают, там их достаточно дают, он через реку прошел, куда-то зашел в одиночестве, там фармит, стоит на лейне, то есть. Он пока увлекает. У него всегда все хорошо. Даже если команда проигрывает. У Казандара есть такая тема. Он то 0-10, то 10-0. А что сейчас за пауза, мне интересно? Это пауза пожаротушения? Это преисподня. От команды Hellborg. Что-то у кэтсов. Скорее всего, телефон. Хотя телефон это... Помощь друга, думаешь? Яркая проблема реоборота. У него постоянно телефон был, когда еще он в котах играл. Да, он вообще каким-то смольным там являлся. Постоянно до него дозванивались. Так, Морш наконец-то приобрел красные ботинки. Я безумно рад. Ты его, говорю, new style, он постоянно теперь собирает first item. Ну, после Чилиза, естественно. Сразу. Он по таймингу. Он просто что-то знает такое, что не знаю. Есть в этом определенная суть. Let's get it on. Потому что, когда наступает момент, когда ты покупаешь первые пазлы, игра довольно активизируется, а первые это так маловато, и ты не успеешь вторые купить, там начинаются замесы, потом денег нету. А ботинки, ну, в любой стадии игры можно купить, кем угодно играю. Смотрите, интересный вард от Темпас. Прорубил он дерево кегой, которое... Да, напалит. Парень, очень... да, они будут ловить СС. Я удивлен, что импат еще не зашел в лес. А, он скилл минки не вкачал. Я думал, сейчас зайдет с команды. Они наоборот, им надо ловить на это. Им на это ловить надо. А, видели инсентарию? Да. В итоге-то. Просто никто не угадал. Ну да, я вот не люблю инсентарию. Прям на призмах, прям. Ну зачем? Вот что он может сейчас сделать? Полезнее. Ну купил ты ПК. Ну. ПК, о. Бульварк, много. А Бульварк есть у Кахакина. Поэтому... Да, есть, Бульварка бульвар. Есть. Казандар продолжает формировать хуком крипов. Он, видать, не верит в психогерл. Смотрите-ка, Никита увидел, как Гена поставил вард однозначно, потому что Гена со стороны со своей ставил. И сейчас. Ну они должны пойти опять. Ну на СС еще БКБ появилось, ничего себе. Он, наверное, все, о чем мечтает из-за этого, купить, там проходит минуту две и покупает. Вот сейчас собирается интересный ганг на FF. Мне прямо не знаю, чем так. Прям жалко его, да? Смотри, FF-то не варда, ничего, но чует что-то. А тут хитрый. Тут хитрые пацаны. Чувствительный. А тут хитрый Гена, а тут ребята еще хитрее, не идут туда, знают, что антивард там. Но мне кажется, когда три пацана резко пропали с карты, тут должна реально... Так, что вы могли видеть битву экстрасенсов. Так, Морш умирает. Ай-яй-яй, ну да, этого не должно было происходить. Не-не, так нельзя делать. Нельзя Моржа убивать. Морж от... Кого угодно можно, да, но не Морж. Ну Морж отомстит просто, это все чревато последствиями. Да, это чревато, действительно. Так, есть на фейзы у Моржа. Кстати, Генку не видят. Хотя, по-моему, он спалился танцполом недавно. Генка видел сектор. Да Генка всех видит, он вард поставил. Утка сейчас уже от крипов начал получать. Ой-ой-ой, привет. Гена. Этого не... Ой-ой-ой-ой. Гена намек понял. Судьбой больше не будет. Типа, пацаны, окей. Доходит с первого хука. Честно говоря, этот затяжной ганг, это такой фейл был. Убили Моржа, снесли мид. Ралли, который... Ну, вообще, этот герой не способен фармить. Отрекаверился, то есть уже 256 ГПМ. Но по сравнению с тем, что это было, это шикарно у него все дела сейчас. Тем более, кэтс отыгрывает
Уже... А тем более сейчас, сейчас Ревенант еще умрет. Ну, а, нет. Не-не-не. А что это у нас Джокер собрался фармить? Поэтому, возможно, Хекс, возможно, иллюзии. Хекс, иллюзии, что угодно, да. Ну, мне кажется, да, если Ревенант идет у нас медировать, скорее всего, это реально будет Хекса. Также у нас Артмейстер выходит на Хекс. Фаербренд приобретает ФФ. Становится страшно. Хекс — это правильное решение. Даже в иллюзии пойдет. Если смогли амбиции фарма, как Керрика, перебороть и попросить Хекс купить, это правильно. Я этот цикл почти весь на Ревенанте отыграл. И в каждой игре я умолял, разрешите мне купить иллюзии. И в каждой игре, вот покупай себе иллюзии, но после Hellflower, Хиксы, толкалки. Делай, что хочешь, когда соберешь эти айтемы. Я просто, ну, когда эти айтемы собираются, уже не успеваешь купить еще иллюзии. Так, тут, тут у нас веселый ганг пацанов. Тут у нас что-то вообще, я не пойму, что. Смотри, морж байтит на пазлбоксы. ФФу по барабану, минус там. Часть хп. Это 100 копеек. Так-то одним глазом не смотрите на такие деньги. Надо было срочно зафармить 100 копеек. Мне кажется, немножко запассивничали в своей игре сейчас камы, могли давно просто по КД. А затягивать им не стоит. Да, изничтожать этого СС-а. Лично мое мнение, это надо было делать буквально с минуты 10, когда Кракен там ульту получил. Когда FF просто в нагляк там с Кракеном успевал подраться. Mm-hmm. В общем, момент упущен. Сейчас FF уже не такой тонкий, каким был раньше. И он просто за ульту Кракена уже не сможет уехать. Да, в общем-то, да, Кракен его сам даже убил. Просто надо было дать возможность Кракену подойти. Мое ассоциативное мышление меня просто выносит. Ты говоришь, FF уже не такой тонкий. Я вспоминаю, как выглядит FF. Вот так. Что-то я пропустил, по-моему. Что-то здесь не так. Да-да-да. Смотрите, ралли дофармливают. Так, смотрите, у нас Кракена сейчас будут убивать. Будут, умрет. Нет, смотри, смотри, ты посмотри, откуда, что, как, зачем? Ну, мобы подошли, надо отойти к вышке. Все правильно. Зачем? Там один моб вообще там, я не знаю, он не дал тычку по мобу, который там 10 хп было, наверное. Это чуйка. Это чуйка, это профессионализм. Ну, не может такого быть, ну ладно, ну что вы. Окей, ладно, это мобхак. Это, я больше верю. Я предлагаю сказать, что это профессионализм. Окей. А, нет, стоп, 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 стоп. Не будем ничего придумывать, это, наверное, третий скилл. Soulstealer, а, ну который да. Он сразу увидел. Тогда, когда Soulstealer на него набегал, наверное, не было. Я просто, например, в пабе, когда играю, я не люблю SS-у 3 себе качать, потому что Лотар быстро появляется, а вот эта штука палит, ну, вообще там... Всю контору. Да, всю контору, там радиус 900, там, в общем. Так, а теперь у нас собирается убивать Ревенанта, тот же самый FF. Так, толкалка, беги! Ой, а почему, а почему, за что? Красавчик. Да не, ну надо было. Развернуться? А вы о... или вы о чем? Там выхукали, что ли, артмейстера? Ну, его сначала пытались выхукать. Не выхукали, потом в него вошел Кракен. И то не вошел просто клювом. Или что там у уток обычно бывает. Клюнул, да? Да, да. Клюнул асфальт, в общем, вместо баблса. Ясно, понятно. Я тут просто смотрел, FF забегал на Джокера. Пытался его убить. Так, смотрим сейчас Моржик и Джокер. Ганг. Гангеры 666. Смогут ли эти два парня? Нет, не смогут, потому что Джокер любит фармить. У Рали появляется Аганим. Да-да-да. Кто-то будет отгребать. Ну, в общем-то, по золоту к вам и впереди, по опыту тоже, но при первом же файте их взорвет просто. Такая мизерная разница в эту 1000 голды и 500-600 экспы, с учетом того, что у Квамов есть такой лесник, как Паразит. Вы знаете, может тут была куча пауз, когда Камы вели там сколько, 5-0 или 6-0 паузы, и кто-то из КЦ пишет, Морж, ну хорош это, дай победить 3-2-2. Морж, завязывай, мы все поняли, ты сильный. Да, мы признаем, что ты сильный. И после игры, знаешь, так... И Морж такой, нет, нет, пока Сашка не извинится передо мной, я
Не дам вам выиграть. И Саша пишет в ПМ, морж, прости. Да, это было похоже на длинной паузе, когда СС убили там. Как раз эти переговоры шли, да? Так, тем временем... Тем временем кэтсы бреют Кангора. Джукер фармит. Сейчас Никита Эмпат опять заберет токен, как у нас отобрал тогда токен, и выиграет игру. Не, ну у него вот как раз на ПК ничего такого нет. Ну там таблетка была, он сверху спрыгнул и забрал токен. Никита сейчас вообще очень странно поставил вахт, когда там стоял бабл с активированным гемом. И он там, этот вахт не постоял даже 2 секунд, наверное. Скорее всего, он не ожидал увидеть такие терки. Ну, в общем-то, экспа голда равны, будем считать, но преимущество очень сильнейшее за котами сейчас. Да, сейчас преимущество за кэтсами. За счет героев. Один аганим на ралли, казалось бы, да, это всего лишь там, ну, 4200. А это, ну, как он решает это? Да, я бы с этими парнями не дрался. Даже Казандар не, думает, не буду я хукать этого СС-а. Да, он чисто крипов, да, фармит? Ну, он СС-а вытащит себе беду. На погибель. Ну там не забываем, токен есть. Ну а как ты по своей поверхной тактике просто сейчас все Т2 сначала зачистим. Да. Когда на токене останется пару минут, минута с чем-то, они пойдут пушить. А вы видели мой смайлик, который меня просит показать в чате? Нет. Он у Толи? Или как? Да. Гарена Ру 1. А. Да. Там. Анатолий и Шурик, по-моему, если меня не изменяет, да, память. Вот Анатолия просили показать. А на горе... С огромным удовольствием делают. А на горе на Ру... потратить, на самом деле, $5 ради вот этого вот смайлика, я тоже себе купил. Не удержался. А на горе на Ру 3, там, моржик. Да, мы видели. И еще что-то, какой-то смайл. Да, все меркнет перед Анатолием. Любое лицо, не лицо. Ну-ка, умирает Рапса. А ничего, фармить, кушать. Ну, красавчик, наш человек. Он ПК хочет просто, как и как обычно. Смотри, инженер-то прочувствовал Вардецкий здесь. Скорее всего, импас. Хорошо выучил Генчика. А я вот последние 8 секунд смотрел, как Шило там с мобом докрался. Вот вам, не будет хиксы на Ревенанте. Конечно, зачем нам хиксы, там же некого контролить. Морс просто сказал, я куплю хексу, не собирая этот бесполезный айтем. У меня философия на тему такая, 2 хекса лучше, чем 1 хекса. Да, я недавно смотрел Хунтур Инта, и там пацаны из команды 0 Stone Gaming, они там, по-моему, либо 4 хексы, либо 3 хексы нафармили. Ну, в общем... Жалко, нельзя как в доте каждому покупать пазлбокса. Ничего, и там армия пазлов полетела просто. Бардак был бы, чисто кто первый пикнет варбиста. И покупаем все пазлы. Эгегей. А там так и есть, что ты смеешься. Просто представляешь, что там это бардак. Там варбист, бан. Просто 10 этих призванных мобов несутся на мидлайн. Ну это вообще беспредел. FF тут кайлами иншей фармит. Мне кажется, он руками быстрее их запилит. Ну, токен-то минута 50 секунд. Ну сейчас должны кэтсы. Шило на топе остался. Ждут, да. Да не, он сейчас прибежит. Нет, Шило там дальше с мобами воюет просто. Да чё бы нет, шранки нету. Пацаны, я с вами не пойду. Так, Кракен. Ну-ка, бэкдор, а такой разве можно? Это законно? Да, легально. Пони, все легально. Ну-ка, а вот сейчас был бы ПК и зацепили. Ой, вау, смотри, цепляет! Цепляют ФФа! Ой, ФФ! Фейл! Так. Фейл его второй раз забираю. Так, смотри, ульта от инженера. ФФ токен, дайте так вот. Молодец, так. Ульта! Оо! Как здесь Кракена с обраткой не хватало, честное слово. Ну Кракен. Смотри, Кракен. Ой. Ралли, смотри. Давай бомби! Кабук? Братан, бомби! Ну-ка, развернитесь! Ну-ка. Убейте Сеса! ФФ. Ой-ой-ой, это вообще происходит! Чё они делают? Это не человек, это демон!
просто демон сейчас на демонолог. Демонолог. Нет, он... Нет, просто Казандар истребляет демонов. Просто божья сила. Да, это... сегодня он явно намолился там. Ух ты, да какой. Не, вы представляете, насколько камы хотят выиграть кэтсов? Это жесть. Ну, учитывая вот эти вот редкие переписки, редкие диалоги без цензуры, я представляю. И вот эти редкие паузы, походу там Шило опять что-то Макшу сказал. Кто? И тот доходил команду. Не, ну это целиком полностью фейл абсолютнейший СС-а. Так, подожди, а как... Это даже не фейл ФФ, это очень крутой мув от Казандаса. Так они, ну, не, так, они не могли его видеть. Вышку, обойди ты сверху эту вот голову. Почему так... ты идешь со стороны базы Легиона, когда рядом никого нет? На, эту голову Номада ты имеешь? Так там Вижена, да? Не было. Там Вижена реально не было, и он хукнул СС-а, когда он под Гинжурой шел. Слепую. Да, но тут вопрос в том, что когда он добил вышку, они увидели, что он пошел этим путем. Ну, то есть там... Да, доля везения есть, молодец, не спорю, но нельзя было так идти. А если был бы Вижен? Он же не знает, есть, нет. Ладно, маленькая ошибочка от ФФ-а и... Нереально. И большой от Казандара. И биг плейс от Казандара. Ха-ха-ха. И уши сейчас горят у Казандарка. Так, 4600 сейчас. Ну-ка, вот сейчас ПК и зацепили Рапсодию. Давай, Казандар, ну покупай ПК. 4600 денег, ну ты же не рапира. Да я думаю, что это будет Behemoth Heart. ПК есть у Кракена. Хватит. Для кама ну, хватит. Ну и чё, сколько Кракен зацепил? Не раз. Смотри, Кракен что делает, Гену ждет. Знает, что Гены сейчас пойдут? Кстати, скорее всего так и есть, типа там какой-то пацан не, ну, пойдет по-любому. Ты смотри, как все серьезно, он даже бульварк на синюю переключил, чтобы не спалиться. Все очень серьезно. Это байт на два лучника и три онта. По ходу дела, когда придет какой-нибудь соул-стиллер, утка обидится и сделает уйдет, ТП. Да. Не, не скажи, я бы не сказал, что он уйдет по ССО. Там плюс один к нему, вон, Ревенант тоже подтягивается. Хикса есть, о. Бабусы. О, морж. Морж. Ну, это уже привычная ситуация, что моржа ловят и убивают, когда он там не видит. Вот... Так. Угу. Утка переключил на красный режим. Сейчас смотрите, что будет. Бубу. Не спас Хакен. И сам он. Он немного не так сделал. Надо было с обратной стороны. Вот это прикольчики. Да? Прикольчики. Буквально за минуту три члена команды к вам. Фиданули. По ходу дела 3-2-2 продолжается. Я думаю, что Казандах их именно сейчас так и называет. Члены команды к вам? Да, именно. Ну, чуть более выходу форма. Но смысл ты уловил. Спасибо. Я учту. Ну-ка, сейчас хукнет таким зигзагообразным хуком двоих. Ну, просветили сейчас СС-а. У ФФ, кстати, тоже там денег-то, ну, как мани, немало. Кстати, а как вы думаете, может быть, Казандар еще и Хиксу прикупит? Или МКБ, если СС купит бабочку? Да не, ну это... Ну это будет, это слишком жестко, это даже незаконно. Ну, а с другой стороны, зачем ему твой инцентариус? Угу. Если тут дает 25 скорости атаки. Не, ну версия с сердцем тоже неплохая. Он всегда сможет держать включенным инвентарь. Продал банку, и это будет хекса. Хекс. Походу дела, вот. Уже выучил тему от Казандара. Ну он понял, что никто из его команды не собирается. Да, может там подсиживает не вдох. Не, ну в любом случае, все попытки к вам сейчас это возможность чуть-чуть оттянуть. Ну, потому что уже и фармить им негде, уже Казандар давно начал свой ГПМ терять. Джокер так и не смог его нарастить. Ребята, коты доминируют. То, что они нафейлили, там отдались. Так, счет 15-10, 6К.
по голде за котами. И... при этом они доминируют. Посмотрите, что около Конга с Вахдами. Просто линия... Мажино какая-то была из вахтов. Опа, салют. А где этот салют? У меня в отрадном. Это не салют. Это у тебя в отрадном бандиты стреляют. Было я в твоем хайоне. Чё-то, блин. Там война, походу, дело началась. Так, 5800 уже. Должно быть на руках у ФФа. Он ничего не покупает. ФФу ничего не надо. Он так, богатый. Ну а что ФФу? ТПшку выкидывать, что ли? Кстати, в этой игре у нас Гласиус покупает ПК и толкалку. Генка фулл саппорт. Так, бомбят просто Конгора сейчас. Коты. Ну, можешь плаздить боксы. Есть смысл в Гласиусе, чтобы, ну, пазл контрить. Конечно, конечно. Это молодец, что он смог это все сделать. Но сейчас перед файтом так как раз пазлов-то и не будет. Ну, честно скажу, я не верю в победу к вам в этой игре. Но все может быть. Еще пару-тройку таких файтов, как Казандар устроил. Так, Гласиус, приходи к нам. Давай так, дружить, да? Так, минус Гласиус. Инженер. Ой-ой-ой, если поймал бы. А тут у нас... Ультуй, ультуй, Кракен. Хекса. ФФ. Ралли, компелит. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, поставил, как... утка-то поставил ульту на Генку. Генку засал. Все, минус один. Вы это видите или только да? Я вижу? Ну там СС, как бы, фуловый, он продолжает только сдавать. Да, и все. А тут гем. Ну тут, простите имя. Меня, просто хорошая ульта. Тут просто, да... Опять Гена вытащил всех. Да, Гена отличную ульту поставил, СС-у. Не прилетел весь дамаг, который должен был ему прилететь. Ну и утку тоже стёрло вообще за мгновение. Не, утку нормально очень, очень хорошо спас Жукер. Хотя бы дал возможность ульту поставить. Вот этой таблеткой оттолкнув Ралика. Так бы там вообще файт 0 бы проиграли к вам. Ну если бы Казандар еще там... круто бы хукнул в ульту инженера, могло бы быть тоже все по-другому. Там слишком, да. Скорее всего, начали очень, ну, когда все ребята из камов начали быстро умирать, скорее всего, там началось уже вот это, типа, деф ульты ставить. Может. У меня пока другого объяснения не нашлось. А что же Джейкер копит, а? На байбеке? Ну, а два, да, байбека? Конечно. Ну не, он копит на айтем и байбек. Или копит на хиксу, что логично. Но надо было бы какое-нибудь сало вместо этих иллюзий и уже потом хиксу делать. Сало, ну, иллюзии, понимаешь, дают ему хоть какую-то возможность наносить дамаг. Ну и сейчас он нанес дамаг, да. Этими иллюзиями. Да. Где это? Я что-то не увидел. Он в файте прям вдамагивал, стоял в ульте инженеров, позвал иллюзии, бафнул их. И стоял, надамагивал, охрали просто... В захвал. Не знаю. Не знаю, не думаю, что он за Ралли мог взорвать. У Ралли БКБ. Не, он Ралли нормально пробил. Да, в Ралли он очень много хотел. Ну а если было бы сало? Была бы скорость атаки больше, чем сейчас. Было бы дэмэджа больше, чем сейчас. Дэмэджа... У него у одного дэмэджа было бы не больше. Не, дэмэджа... именно дэмэджа с руки я имею в виду. То есть то, что физика. Так, ну... хикса сейчас у Маржа будет. Волын пойдет, интересно, Саша. Не оставил денег на байбек. Нет. Ну, в общем, ему надо идти. Так, что у нас? Постхейст купил себе FF. Ну, еще 7 штук там. Фигня, на... фигня. На случай потери токена, это, наверное, бабочка будет какая-нибудь. Мне кажется, можно было FF купить рапиру и пойти закончить. Слишком биг плейсы выделывает Генка. Хм. Тут есть версия насчет того, что ты имеешь в виду под Big Place в чате. Какая? Что не Big Place, так. А Big Place. То есть большое место. Понял. Место больших игр. Ты такая изысканная игра слов, да? Казандар — большое место.
Не, ну там просто еще изысканный ник у человека. Нет, там пацаны просто обсуждают, как это они не видели СС, если поставил синий вард импас. Синий вард здесь стоял, тупицы. Он просто хукнул здесь ФФа. Да не, мне просто вообще... Это прикололо. Синий вард дает просто вижен на пол мапы. Вот один ставите, и все сразу вам видно. Конечно. Покажи, пожалуйста, вот этот синий вард от Генки... Около большой пачки крипов. Около большого театра. Да, он дает. Покажи, сколько он вижену дает. Прямо на всю карту. Вот, у меня тут квадратик на мини-карте огромный. Вот столько вижена он и дает. Просто может всю базу команды Кам охватить. Не, это диванная аналитика меня иной раз просто поражает. Так, Кракен. Будет умирать? Пытается цепануть уточку. Все. Пошел Хекс. Уточка. Бабах. Ставит ульту в СС. Смотрите, как прям в ФФ поставил. Ну и ФФ захексили. Ну и все плохо. Ну-ка, разрывай. Казандар, хексуй. Казандар, убивай. Казандар долго думал, хексуй что-то так. Так, утку. Ой, а куда, куда? Нельзя так, это, ну вот такой надо фиксить. Это фейл. Ну это S2 фейл, я бы так сказал. Так, моржа. Морж там вообще куда-то ушел. Что он там делал? Так, за это... Смотри, ведет на мины. Казандар опять. Казандар привел крипов на мины. Мины! Иллюзия. Да нет, не он. Мины. И что, и опять все назад? Ну токен отдали, Bubbles, Hellflower потом взял. Потом что там? А мы потеряли Генку, мы не можем файтить. Так оно все и было. Очень важный боец потерпел крушение. Для них это важная игра. Для котов это выход в сетку винеров. Именно поэтому на SS 9500. Именно поэтому на ралли 2900 и так далее. И они не торопятся. И Булл секьюрит победу нет, полностью. Кстати. Ну и, соответственно, затягивают. Кам наверняка хотят. Да, вон сало, кстати, на ревенанте. Пока преимущество 28 тысяч голды не будет, не пойдут. Я сейчас скажу прямо, как говорит Шеди. На что копит FF? На путевку в Египет или в Турцию? Все куда-то собирается отдохнуть. Я только это говорит. Я хотел сказать в Казахстан, но потом понял, что это шутка не получится. Да, он туда точно не поедет. Так, что у нас летит? Сатаник. Ну вот. Да. Пришло время, когда. Морж! Опять морж! Морж! Он это первый из магикан. Так, смотри. Ой, хорошо. Ралли. Да, и призенер. Где призенер? Смотрите, где призенер. И въехать не может, потому что ПК нет. Посмотрите, что делает призенер. Просто что-то с чем-то ульту поставил, утка, засосал туда троих. Там Новый год Гласиус устроил, Генка заультил. Ну, в общем. Да, а призенер не смог ультануть, потому что оказался снизу. Сыграно сил Кэтсов, конечно, очень классная. Смотри, так. Смотри, бубу. Бам. Да, FF сказал, ну чё это мне? Три минки всё ваши. Про... Ваши три минки, это фигня. А, он еще не прожимал, да, Сатан? Ну понятно. Нет. Ни одна мышца не шелохнулась. Он сейчас и так на крипах, вон. Казандар куда-то там хукает. Он пугает, я так понял. Так забавно, этот альтаватар Bubbles, когда пол... Так, влетают у нас призионера. Это будет минус Казандар. ФФ прожал сатаник. И теперь просто на мужиках воюет. 707 ГПМ. Сейчас на Soul Stealer'е. Приморозили немножко пукан Джукеру. Эх, а такая была возможность у Камов выиграть. Не пустить, да. Котов. И пустить котов в винокрад. Но мне кажется, там бы Шула и Генка просто завтра бы билет купили на самолет.
пошли бы на войну с камами. И куда бы они полетели, с учетом того, что у кламов почти все в разных городах живут? Ну, понятно. К моржу? Да, к моржу. Воевать с моржом. Ну, потом бы заехали в Питер к Зандару. Хукали бы его по Питеру. И к этому... Джокеру, не знаю, где он там живет, но в какой-то... Не самом лучшем. В Москве. В Москве он живет. В Москве он живет? Да. Серьезно? Рили. Откуда такая инфа? Инфосотка? Подожди. Инфосотка. Ладно. Это мы с тобой после стакнулся тогда поговорим. Я не знаю, что тебе сказать даже на это. Знаешь, что в москвиче все? Вот. Москвич, а шо? Москвич и все. Так тут. Просто импас сейчас уже балуется с вардами. Ну а что еще с ним делать? А что не консидят тут, по-моему? Мне кажется, понятно, что у товарища ФФ уже буст неубиваемости пошел. Там, да. Слотов нема. Ну, БКБ сейчас поменяет. Ну да, продаст БКБ, все равно а хватит на байбек. Он каждое БКБ может продавать, как только оно 9-секундным становится. Купать... У него 7 еще, он не будет продавать. А, у него 7 секунд. Так. Моржа классический билд, один сапог красный, незагрейженный, хикса и третий пазлы. В Урале появляется у нас демоник. Эх, Казандар, Казандар, все так классно делал, а пока не купил. Да, да. Вот прошлый фэт выиграли, был бы пока. Это все этот галимый инсентарь, плюс бесполезный. Да. Тут 2750. Это ПК и накидочка. Ну, один раз он пользу принес этот инсентарь, когда вот на Т2 файт был, да, на топе. Когда он его включал, выключал раза 2-3. Но с другой стороны, там бы он тоже мог быть с ПК и... по другому файпу. Да? Не доводить себя до такого хода. Что правда, то правда. Кому токен? Делаем ставки. Кто токен возьмет? Я думаю, что Баблс. У него дамаги уже достаточно. Я думаю, там еще... А, я думаю, ралли это будет. У которого нет байбека. А, да. Тоже вертится. Ралли, там еще банан кто-то прикупит. Ну, банан это, это точно... Для Генки. Ой. Я думаю, нет, вай, не, я думаю для Генки. Генка слишком важен в этой игре. Без него файт никто не начинает. 24к голды преимущество за командой Cats. FF так и держит 707 ГПМ. Сколько мобов за игру убил FF? Давайте посмотрим. Всего лишь 631. 631 моб всего лишь. Всего лишь. За 50 так и минуты вверху. Да, Боря, молодец. Что случилось? Ну, в плане 631, это же Боря ему настакивал. Ну да, и там просто такой оверфарм был у СС-а. Кстати, токен у Баблса, бананы у Ралли. Вот так вот. Он на 8 минуте зашел в лес, и там все в трипл стаках было. Тут так. Наша тоже классическая ошибка, отпускать лейта. Не охотится за ним. Так. Ну, не скажи, в последних играх, где ты был ревенантом? В последних играх, да. Мы с тобой... Так. Ой, бомбочки. Жаль. Ну там Казандар просто такой стоит, типа, сейчас хукну. Ну это last fight, я думаю, будет. Да, стопудово. Не, могут выиграть. Ну, СС же токена нету. Могут и этот файт выиграть. Дальше. У СС-а два байбека. Бананы на шиле. Там полный набор. Ты... Хотя да, этот файт тоже не выиграет, потому что у него еще травела есть. Ты веришь в чудеса? Тут морж приводит, да, к своим пацанам крипов. ФФ может сейчас подняться, просто ультануть, умереть, ТП-шнуть, умереть, опять байбекнуться, опять ТП-шнуть. Но... Опять умереть, опять байбекнуться. Второй раз он не ТП-шнется. Уткой почти, почти. Да, был близок к цели у нас Алексей. Это тренировочный забег был. Сейчас прицеливался. Так. Опять у нас пошли. Ну такими темпами сейчас разбомбят. Так.
Так, сквозь баблса, сквозной бабл. Так, ФФ пытаются убить, Генка. Ой, Гена. Гена, ульта, Крокино. Ой, ФФ убили. ФФ убили. ФФ убили, но остальные-то урали. Он байбекнул, уже на таковалах летит. Уже летит. Где он? Уже файт. Вон он уже этот, по миду летит наказывать обидчиков. Кто меня убил? Вы убили, а? Казандар на мужика. Минус. Получится смешно. Сколько там ГПМ? 712 на ФФ. Трайхард. ГГ ВП Трайхард. 36 тысяч преимущества. 36. Это такая жесть. 688 крипов на ФФ. Мне кажется, это реально... Рекорд нашего цикла. И Генка, как же ты плохо, Андрей. Вадах из Казандара. Да, действительно. Казандар был не очень в этой игре. Там он мало сделал для победы. Он был просто воплощение секса для своей команды. Ну что, ребятки. 90% выиграли свои 50 серебра. 10% проиграли. Да, пацанам фартануло. Вот. Ну что, ребят, спасибо большое, что помогли мне сегодня завещать вот эту игру. Тебе спасибо, что дал возможность. Да, нор проклятия снято. 15-минутные катки уже не канают. Да, уже не канают, да. Была отличная игра на часик. Вот, ну что, ребят, приветы кому-нибудь. Ну, я нашей команде передам привет, больше никого не знаю. Кто бы мог это смотреть. А я Джукер, готовься к лану, я тебя жду. Классический привет. Очень хочу познакомиться. Классический привет от Исы. Я думаю, из нашего 6-минутного Делая Джукер как раз услышит тебя. Да. Вот, ну что, ребят, покедова. Так, ну что, дамы и господа, на этом мы завершим нашу трансляцию. Смотрите игры... Сильвер Дивизиона на горе Нару 2. Они уже, думаю, должны начаться. Там будет стримить Фокус Сэм. Не обижайте Азамата. Он для вас старается. От меня последние слова. Всем спокойной ночи. Любите Хончик и катайте в него. Всем пока.